Никто не пройдет незамеченным по Керченскому мосту, заявил министр транспорта Максим Соколов. Защита от терактов заложена в проектную документацию, стало известно из интервью в газете «Известия». Безопасность строительства находится на самом высоком уровне. Рабочие проходят обязательный досмотр, находятся под постоянным присмотром сотрудников спецслужб, которые тщательно досматривают весь транспорт, все грузы и стройматериалы. Но кроме того, в рядах Национальной гвардии создадут спецотряд аквалангистов, которые будут защищать Керченский мост от террористов. Эти меры не лишние. Напомню, в августе этого года на российско-украинской границе произошла вооруженная стычка из-за попытки прорыва в Крым группы диверсантов. Строящийся мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он станет самым протяженным мостом в России. Длина его составит 19 километров. Первый автомобиль проедет по нему в 2018-м, а первый поезд в 2019-м. Сейчас на территорию Крымского полуострова можно попасть только на самолете, либо на пароме.